Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Как видите на видео, сегодня пришла очередная посылочка от фирмы Birking. И в ней пришли новинки 2019 года. Посылок мне идет несколько от фирмы Birking. Поэтому что сейчас пришло, будем смотреть по факту. И, друзья, также будет небольшой анонсик видео. Об этом немножко расскажу позже. Как видите, пришло 4 воблера от фирмы Birking. Сейчас вскрою коробочки и посмотрим, что и какие цвета пришли, и произведем обзор. Ну а пришли, друзья, воблеры Ita Shiner 115 SP от Birking. Пришел вот такой вот в моей любимой расцветке арбузик. Довольно шумовые, хорошие воблеры. Про петли, про крючки уже говорить не стоит. Крючки очень острые, сразу цепляются за пальцы. Петли хорошо пролиты. И с каждым разом продукция фирмы Birking все лучше и лучше. Такая вот натуральная раскраска. И здесь даже видно, как работают шарики для системы дальнего заброса. Ну хорошо. Шумят отлично. Сейчас взвесим, померяем и попробуем их на плавучесть. Фирмой-производителем заявлено, что воблеры суспендеры. Вес 1571, 1570, сравним все, 1573, 1567, 1566. Ну, погрешность плюс-минус 0,3. Я считаю, это очень даже хорошая погрешность и небольшая. От носика до хвоста ровно 115 миллиметров. Берем с лопаткой. До конца заводного колечка. 130. Сейчас проверим на плавучесть. Подготовил посуду с водой и погружаем первый воблер. Как видите, зависает в воде, а потом медленно-медленно всплывает. Значит, не медленно тонущий, а медленно всплывающие воблеры. Ну и опять же, если оденем поводок и струны, то я думаю, они просто зависнут в воде
и всплывать не будут. Ну, очень приятно, что наконец-то сделали хороший медленно всплывающий суспендер. Ну и сейчас расскажу немножко об анонсе. Друзья, еще хочу показать, как сделана лопатка с такой вот выемкой. И, как видите, с двух воблеров я снял защиту с тройников, а с двух не снял. Почему я это сделал, сейчас расскажу. Скоро у меня на канале будет уже 4000 подписчиков, и я решил разыграть несколько воблеров. Один из этих воблеров я подарю Олегу Евсейчику. Олег, привет, если ты меня слышишь, хочу тебя поблагодарить за то, что благодаря твоей подсказке у меня осенний сезон был удачный по щуке. И я хочу тебе сделать подарок на выбор любой из этих двух воблеров. Ну, а что останется? Два воблера я разыграю. Разыграю какой-нибудь Ито Шайнер и разыграю моду Custom от фирмы Беркинг. И теперь с каждой приходящей посылочкой от фирмы Беркинг я буду разыгрывать по одному, а может и по два воблера. Так что, друзья, подписывайтесь, оставайтесь на канале. Скоро будут розыгрыши по воблерам, а может и не только по воблерам, а почему-нибудь и другому. Я подумаю, посмотрю и решу, как мы будем развивать дальше канал. Я до этого никогда розыгрыши не проводил. Ну, теперь я понял, что пора начинать. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ждите, скоро будет анонс на конкурс. Точнее, на розыгрыш.